Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном продукте, как Delete Stick. Это кислородный отбеливатель карандашик. Вот тут у нас в работе все время, вот он в таком виде, неприглядном, но в рабочем. И что мы сделаем? Как показывать быстро мастер-класс? Вот у меня есть зеленочка. Значит, что мы делаем? Это чтобы быстро показать своим клиентам этот мастер-класс. Вы можете своему клиенту просто намазать пальчик. Вот намазали. Можно смайлик нарисовать, например, там какой-то. И после этого... Так, сейчас я промокну чуть-чуть. Вот, чтобы он у нас подсох. Вот, и после этого вы что делаете? Вы берете Delete Stick, мочите его в стаканчике с водой. И начинаете такими похлопывающими движениями, вот просто похлопывающими движениями, как бы вбивать этот состав, который находится в этом стике. И смотрите, вот у нас на глазах, фактически на глазах у нас исчезает эта зеленочка. Ну, мамочки знают, как долго зеленка находится вообще на теле, на ткани. Ее практически с ткани смыть уже невозможно. Этим же Delete Stick'ом вы можете убрать пятна различные, кофе, вина, сока. То же самое зеленки с ткани можно убрать. Что угодно. Фактически любые карандаши, даже фломастеры убираются. И не просто с ткани, а еще и с диванных обивочек убирается это все. Вот смотрите, вот не прошло... скажем, и минуты, вот, и у нас фактически уже ничего не осталось на моем пальчике. То есть все это вы можете показать своим клиентам, они скажут: вау, я хочу. После этого мы полоскаем наши пальчики в водичке, вот, и все. Вот видите, ручка чистенькая, ничего нет. Вот если чуть-чуть осталось, можно еще добавить. Вот добавим, сейчас мы все это доделаем до конца, и у нас будет абсолютно чистый пальчик. Так что показывайте мастер-классы, демонстрируйте нашу продукцию, приглашайте новых клиентов, новых консультантов в свою структуру, и вы будете довольны и счастливы. Вот, пожалуйста. Все, всего вам доброго. До свидания.